На территории Барвихинской школы прошел 6-й открытый турнир по боксу, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Организатор соревнований, создатель и руководитель боксерского клуба «Барвиха» Григорий Агабекян. У нас висят флаги 15 государств, которые находились в составе Советского Союза. В нашем турнире выступают ребята из тех самых стран, чьи дети и прадеды защищали нашу родину. И мы сегодня вместе проводим этот турнир, показывая пример нашим детям, что мы также дружно и едины, несмотря на границы разных уже государств. Турнир открывали почетные гости, главный врач Одинцовской районной больницы номер 2 Ашот Геворкян и пятикратная олимпийская чемпионка, депутат Московской областной Думы, Герой России Лариса Лазутина. Я хочу абсолютно всем, ребята, сказать вам, только вперед, не останавливаться на достигнутом. Хочу пожелать новых побед, новых удач и, конечно, хорошей учебы. В турнире приняли участие спортсмены из ведущих клубов Москвы и Подмосковья. Самым юным всего 6 лет. Бои велись, как и положено, в различных весовых категориях. Судейство соревнований осуществляли заслуженные рефери по всем правилам любительского бокса. Поскольку для некоторых из участников эти соревнования были первые, присутствовало легкое волнение. Этот у меня сейчас будет первое соревнование, но мне нравится это занятие. Тем, что заступить за себя возможно. Мне нравятся соревнования. Иду 3 месяца бокс. Сегодня ты рассчитываешь на победу и на медаль? Да. Пока одни состязались на ринге, другие разминались, отрабатывали свои удары в так называемом бою с тенью. Болельщики, а это в основном мамы, папы и даже бабушки, активно поддерживали юных бойцов. Никитка, давай, Никита! Никита, держись! Организация турнира была высоко оценена гостями, спортсменами и их родителями. Всем участникам вручили медали, грамоты, кубки и ценные подарки. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».